проходит и целое десятилетие. Мы вступаем в 90-е годы, последние десятилетия 20-го века. В такие минуты мы как бы заново переживаем все, что с нами произошло, с надеждой смотрим. И каждый, кто чувствует и мыслит, как он один, не отделяет свою судьбу от судьбы. Какой бы стороной не оборачивался нам в наше близкое время, радостно, больше, каждый человек принимает наши игрушки, часть того, что он переживает нас. Позади особый год жизни, я бы сказал, самый трудный год. Как это смотрится?